Почетная грамота, цветы и аплодисменты всего зала. Награду от имени Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Куприянову вручил председатель райисполкома Евгений Адаменко. Вклад нефтеперерабатывающего завода в социально-экономическое развитие района нельзя переоценить. Промышленный гигант является самым крупным налогоплательщиком в регионе. Считаем, что наше предприятие должно больше делать вклад в районный бюджет. У нас в этом году достаточно хорошая прибыль, и мы вложили в районный бюджет значительно больше, чем в прошлые годы, поскольку сложилась так экономическая ситуация. Реконструкция предприятия идет. Я думаю, что плоды реконструкции будут значимы еще в следующем году. И бюджет нашего города будет пополняться значительно больше от нашего завода. И с каждым годом они будут эти средства увеличиваться. Действительно, требования к качеству нефтепродуктов на международном рынке с каждым годом становятся все более жесткими. И чтобы продукция предприятия оставалась всегда конкурентоспособной, необходимо постоянно совершенствовать технологические процессы. Это несколько лет назад подтолкнуло предприятие к проведению модернизации. К реализации программы развития на заводе приступили в 2010 году. Уже введено ряд установок. Завершить модернизацию планируется в 2015. После этого Мозырский НПЗ сможет перерабатывать до 12 миллионов тонн нефтяного сырья, при этом увеличить глубину переработки нефти до стандартов Европейского Союза. Проведение глобального переоснащения и получение конкретных результатов сказывается и на районе. Ведь кроме отчислений в бюджеты, нефтеперерабатывающий завод активно занимается спонсорством. И эта помощь носит не разовый, а регулярный, ежегодный характер. Конечно, самая большая доля денежных средств направлена на строительство спортивно-оздоровительного центра. А еще, наверное, я думаю, что доля около 16 миллиардов белорусских рублей направлена на благоустройство города. Вот дороги, которые сделаны сейчас в городе, это денежные средства нашего завода. Награду, которую получил сегодня Анатолий Александрович, он не считает личной заслугой. Как говорит руководитель предприятия, и с этим сложно не согласиться, каждый работник вносит свой вклад в общее дело. Конечно, это заслуга нашего коллектива, потому что я же определяю возможность работы нашего предприятия. Это уже в целом коллектив работает над тем, чтобы больше переработать нефть, получить большую экономическую эффективность от работы по переработке нефти. И поэтому это заслуга нашего коллектива в целом. Я очень рад этому. Телеканал «Мозырь» присоединяется ко всем поздравлениям и благодарит Анатолия Александровича и всех нефтепереработчиков за вклад в развитие Мозырщины. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».